друг, сегодня я не буду с тобой на «вы», только ты и я. Потому что ты такой же, как и я. Человек, который хочет добиться успеха, покорить вершины, выиграть у судьбы. Потому что я, так же, как и ты, хочу быть повелителем своей судьбы. Хочу творить свое невероятное будущее. Я рад, что ты смотришь это видео на нашем канале обучения и саморазвития. Я уверен, что это видео заставит тебя действовать прямо сейчас и, несмотря ни на что, идти к своей цели. Понимаю, это тяжело. Бороться со своими слабостями, ленью, которая въелась в тебя, с вредными привычками, которые вытесняют все плюсы. Но все же, однажды ты вдруг понял, что не такой, как все. Вырвался из тины повседневности, приподнялся на цыпочках, и вдруг в зеркале мелькнуло новое отражение тебя. Посмотри, сильный, уверенный в себе человек. Это же ты. Ведь это ты не побоялся взглянуть в глаза страху и пойти на риск. Ведь это у тебя в голове есть идея, как улучшить мир. Ведь это у тебя есть мечта, которую ты превратил в цель. Ты вспомнил, что однажды ты боролся и победил свой липкий страх перед движением вперед. Что однажды ты уже сказал «нет» своему осторожному внутреннему голосу. И именно сейчас ты осознал, увидев себя нового краем глаза, что можешь все, если захочешь. Что мир стал меняться, и Вселенная помогает тебе в твоих начинаниях. Мелькнуло и исчезло. Это видение дано не всем. Если ты не рискнешь взглянуть на свои возможности, то будешь продолжать жить как все, середнячком. Продолжаешь бояться чужого мнения, косого взгляда и шепота за спиной? Ты ходишь по кругу, как заморенная пони, и нет сил, а главное желание сделать шаг вперед и вверх. Остановись! Хватит уже проживать жизнь так, как будто у тебя их 9. Подумаешь, в этой жизни не успел, в следующей нагоню. Подумай, может быть, тебе суждено родиться баобабом. Не я. Ни ты не знаем, сколько нам отпущено минут или десятилетий этой жизни. Какой срок наш? Никто не знает, наступит ли завтра и каким оно будет. Если ты хочешь чего-то достичь, начинай это сейчас. Ищи свою идею, мечту, цель. Реши для себя, в конце концов, что сам сделаешь свое будущее. Да, будет трудно. Сцепи зубы и вперед. Для этого наберись терпения и выдержки. Будь готов к неудачам, миллионам падений. Ничто не сбивает тебя с пути. Иди до конца, до идеала. Сколько жимов ты сегодня сделал? Сколько подходов к штанге совершил? Как часто ты держишь кисть в своих руках? Сколько попыток было уже сделано? А ты знаешь, что Майкл Джордан сделал 9000 неудачных бросков и 300 игр проиграл, прежде чем стать лучшим баскетболистом мира? Что Арнольд Шварценеггер тренировался по 5 часов в день, чтобы в 20 лет стать мистером Вселенная. Что поражает, так это его улыбка во время тяжелейших тренировок. Я улыбаюсь, потому что я иду к своей цели. А ведь истина и твоя реальность рядом. И она именно такая, какой ты ее делаешь. Эта дверь открывается тогда, когда человек осознает, чего хочет, полностью посвящая себя превращению мечты в действительность. Споткнулся, упал, опять не получилось. Я ползу, ободрал все коленки в кровь, сбил все кулаки. Я продираюсь сквозь трудности и тупость. Спасает только мысль. Ну у кого-то же получилось. А еще я смотрю на Ника Вуйчича и думаю, что придает силы ему двигаться вперед и вообще жить. Как он смог не просто жить, но и делиться своими знаниями с другими? Человеческий дух невероятен. А сколько людей остаются за бортом, отцепились и поддались шепоту. Не трать себя, все равно не получится. Да, я понимаю сомнения внутреннего я. Ведь они меня тоже достают. Когда развиваешься, то остальные остаются позади. Ты, естественно, на какой-то миг остаешься один. Друзья, коллеги, все отстали.
Ты карабкаешься все выше, обзаводишься новыми друзьями. Но и тут не замедляешь движение. Тебе порой кажется, как будто ты в лифте, который застрял между этажами. Один проехал, а на другой не добрался. Но продолжаешь расти, действовать и двигать свой личный лифт все выше и выше. Конечно, люди обижаются, пытаются тебя втолкнуть в те же рамки. Но ты-то знаешь, что там, наверху, свежий воздух, невероятные возможности и свобода. Твоя свобода мыслить и творить. Ведь ты уже никогда не будешь прежним, и тебе даже немного жаль того, кто не стремится и не развивается. Что заставило Шри-Шри Рави Шанкара начать строить среди камней и бесплодных земель свой ашрам, который сейчас расцвел буйной зеленью? Что двигает альпинистами, покоряющими Эверест? Почему доктор Рошаль не побоялся выезжать со своим госпиталем в горячие точки? Что чувствовала Чулпан Хаматова при создании благотворительного фонда «Подари жизнь»? Чтобы понять движущую силу, энергию, толкающую вперед раз за разом, свершение за свершением, цель за целью, нужно однажды дойти до конца, до победы. Думаешь, им было просто? Хочешь идеального себя? Будь им! Иди до последнего шага! Расширяй и властвуй над своими возможностями! Хочешь худеть? Не спи с холодильником в обнимку. Хочешь быть лучшим хирургом? Отрабатывай пластический шов на резиновых сапогах. Хочешь быть олимпийским чемпионом? Не жалей себя, иди и тренируйся. Хочешь быть лучшим поваром в стране? Жарь, парь без остановки и раздавай свою еду бездомным. Хочешь научиться рисовать? Так распиши сначала свою стену. Ведь ты знаешь, чего хочешь. Ты неудержим, ты силен. Тебе не страшны никакие преграды. Просто двигайся, учись. Смотри во все глаза, впитывай знания всеми фибрами души. Не тормози! Думаешь, Гагарин все знал, умел и ничего не боялся? Но ведь он сделал то, что никто никогда до него не делал. Полетел в космос. Все говорят, что то, что ты задумал, бред. Все говорят, что это не твое. Перешептываются за спиной и крутят пальцем у виска. Они боятся, что ты станешь удачливее их. Тебе говорят, останься рабом своих привычек, поспи подольше, поешь побольше, включи телек и зависни. И вообще не надрывайся, побереги себя, будь как все, не выюживайся. Потому что ты и так уже отличаешься от серой массы своим стремлением. Сколько людей остались без мечты от страха перед осуждением? Сколько людей ушли в мир иной, не сделав главного в жизни, того, чего им хотелось? Сколько людей живут чужой жизнью, не своей, а навязанной стереотипами, окованные путами своих страхов и сомнений. Страшно? А ты пробовал? Сделай всего лишь один шаг и посмотри, что будет. Каждый день начинай с вопроса, что я могу сделать для того, чтобы приблизиться к мечте? Что? Бери и делай. Всего лишь один шаг. Сегодня. Сейчас! Возможно, после очередного падения или неудачи возьми тайм-аут. Скажи, все к черту. И если ты через неделю понял, что это не твое, брось. Но если усталость прошла, напряжение спало, и однажды утром ты проснулся с мыслью, что можно попробовать еще, тогда вперед! Почувствуй, что зерно перемен уже проросло в тебе, что это неотъемлемая часть жизни. Что этот росток растет вместе с тобой, и совсем скоро он принесет плоды. Изменяя внутреннее пространство, свое «я», ты удивишься, когда поймешь, что и мир вокруг тебя изменился. Увидишь подсказки там, где их не было. Почувствуешь поддержку среди совсем незнакомых людей. Потому что ты светишься изнутри. Твоя решимость притягивает все больше ответов на свои вопросы. Как магма у вулкана, выбрасывая все лишнее и сжигая сомнения вокруг себя. Самое сильное обещание – обещание, данное самому себе. Вырви у себя признание. Я сделаю это. Я добьюсь всего, что задумал. Беги, шагай, ползи к цели. Используй любое препятствие как трамплин, как опыт. Делай выводы,
набирайся мудрости и попади в 10% успешных людей планеты. Ведь то, что ты делаешь сегодня, сделает твое завтра. Пусть другие только удивляются твоей силе и умению проходить через любые испытания. А главное, никогда, слышишь, никогда не сдаваться. Верь, так бывает. Тебе осталось только найти по-настоящему важную для тебя цель и не оборачиваясь идти вперед, несмотря ни на что. Шагай, и рано или поздно критическая сила твоих шагов перевернет твою судьбу вспять. И ты проснешься обновленным, счастливым и успешным человеком. Просто идя вперед, ты станешь достойным подражания. Идя вперед, ты обречен на победу. В противном случае, друг, подумай, кем ты будешь через 5 лет? Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт, портал обучения и саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвование и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!